До завершения всероссийского голосования за объекты благоустройства остается 2 дня. В Карачаево-Черкесии к участию в голосовании представлены 9 общественных территорий в 4 муниципальных образованиях. Фаворитами у жителей нашей республики стали 2 объекта. О том, какие территории находятся в лидерах по благоустройству, расскажет Алихан Лепшоков. На данный момент уже более 18 тысяч жителей Карачаева-Черкесии отдали свой голос за выбор объекта или дизайн проекта благоустройства общественных территорий, которое будет проведено в 2024 году. В лидерах у жителей нашей республики на данный момент являются аллея по улице Красноармейская Черкеска и сквер Победы у Джигуты. Каждый может внести свою лепту в благоустройство общественных территорий нашего региона, отдав свой голос в поддержку дизайн-проекта. Оно важно, когда мы видим, что людей голосует больше, мы понимаем, что люди активно принимают участие в жизни города, в жизни нашей республики. Конечно, когда мы видим много голосов, мы сами тоже относимся более серьезно. Проектировщики тоже также относятся серьезно к таким объектам. Конечно, хотелось бы, чтобы наши жители были активные. Проголосовать за общественные территории могут все желающие жители нашего региона в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо перейти по ссылке, которую вы видите на экране, и проголосовать за понравившийся объект. Голосование продлится до 31 мая включительно. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.